я посчитал, что мне интереснее путь развития себя как личности будет именно на позиции тренера, потому что те вещи, которыми я занимался на комментировании, они в основном более завязаны на макроигре, на разборе игры. И я не всегда мог эту информацию преподнести интересно для зрителя, наверное, чтобы как-то подчеркнуть это харизмой, чтобы зрителям действительно нравилось. То есть была какая-то своя база, которая все-таки очень доброжелательно относилась, которая воспринимает хорошо такую информацию. Но в целом я понимаю то, что в плане развлечения, наверное, это все-таки не мой путь развития на комментировании. Что касается в плане тренерства, то я думаю, что у меня получится улучшить уровень конкуренции вообще для СНГ Лола. У нас получится создать команду, может, не в этом сплите, может, не в этом году даже, но в целом я сейчас иду, мне кажется, по верному пути.